И возненавидел я жизнь, ибо дурные дела, по-моему, вершатся под солнцем, ибо все суета и погоня за ветром. Возненавидел я весь труд мой, над чем трудился под солнцем, потому что оставляю его человеку, что будет после меня. И кто знает, он будет мудр или глуп, а овладеет всеми моими трудами, что я трудился, явив мудрость под солнцем. Ну и это суета. И обратил я к отчаянию сердце свое из-за всего этого труда, что трудился под солнцем. Ибо бывает, что человек трудится мудро, сознанием и умело, а отдает свою долю человеку, кто над этим не трудился. Это тоже чета и большое зло. Нет, это все-таки очень любопытный момент, который, где Головко, он говорит, да мы-то заплатим. Сократ говорит, у меня нет денег на обучение. Он говорит, нет, деньги не проблема. Это что-то такое? Это Сократ хотел съехать или это усиливает иронию? Ну, по идее, это усиливает издевательство над Фросимахом. Ну, конечно. То есть, ну, этот как бы, ну, а давай пари. Вот если ты скажешь, круто, ну, если ты правильно все, то есть не скажешь, то я буду у тебя учиться. То есть, да, учиться. Ты как бы заплати. Ну, то есть это пари не сработает. Сработает. Деньги есть, все нормально. Это не проблема. И тут это получается, кстати, против Сократа такой заход. Почему? Ну, как, это ирония над Сократом. Потому что, ну, Сократ хотел, ну да, но я-то не смогу обучаться, у меня же нет денег. Деньги есть. Фросимах, есть деньги. Это обостряет, это усиливает позицию Фросимаха. То, у кого должен... Сам формулируй, отвечай, а не задавай вопросы. То есть, ну, рамки. Ну, вот он предлагает ему рамки. Пошли, редукцию. Ну, правильно, не задавай вопросы. Задавать вопросы, это все-таки какой-то всегда воздух, потому что, ну, ведь вот, экзистенциально. А этот ему предлагает сразу формулировать. То есть, что получает человек от всего труда своего и стремления сердца своего, когда он трудился под солнцем. Ведь все дни его страдания и дело его огорчения, даже ночью нет сердцу покоя. И это тоже тщета. Нет лучшего блага человеку, чем есть и пить, чтобы было ему хорошо на душе от труда его. И увидел я, что и это в руке Божьей. Ибо кто мог есть и наслаждаться так, как я? Ведь тому, кто благ перед ним, дал он мудрость и знание, и радость. А грешнику дал он заботу копить и собирать, чтобы отдать тому, кто благ перед Богом. И этот счета и погоня за ветром.